Клубничка, друзья, клубничка. Что я вам рассказываю, а то вы не видите. Прямо с грядки. Прямо с грядки. Вот грядка. Вы видите, там много молодых ребят. Это они, это волонтеры. Они с такими ведерками ходят и собирают, ну, всякое попорченное, там, гнилое, если есть. Поетые зверями. Поетые птичками, да. И потом они все это сбрасывают вот в такие ведра. Вот, вы видите, вот сюда сбрасывают отходы. Эй! Вот, девочки, сейчас тут выкинули. So, you are high schoolers, college students, who are you? We're college students, we're Stevenson Student Council up at UCSC. So, you are volunteering here? For okay. Retreat. Okay, good, thank you. Да, вот они тут собирают. А с той стороны тоже много ребят. Вот там мы видим, какие-то грядки новые там готовят. Вот видите, много молодежи сегодня. На нашем, можно сказать, колхозном поле. Светик, ты, мне кажется, употребляешь клубничку так от души. Скажи, как она? А те, которые красные? Да. Они очень классные. Очень вот классные. Большие. Ой, ой. Ну подожди, не бросай так. Вот покрути, покрути ягодку. Вот покрути ягодку. Так, давай я ее, может быть, тоже съем. Друзья, я сейчас... Так всегда. Покрути, покрути, а потом раз и съел. Здесь еще полно. Поэтому вот девки вертихвостки, они сюда подвергаются опасности. Вот крутят, крутят. Послушай, про этих студентов, что обрати внимание, что они по зову сердца сюда пришли. Их никто не сгонял сюда. Не то, что сказать. Кто не пойдет, тех отчислим. Да, да. Это они сами пришли работать на земле, можно сказать. Вот, а мы тут налили водички немножко, чтобы ее помыть. Она не грязная, но немножко пыльная. У меня с собой водичка в бутылочке. Вот, сейчас я покажу. Вот у меня чехольчик с водичкой. А чехольчик с магнитами на донышке. Это не просто вода, она такая магнитная, структурированная. Как живется тебе клубничка на калифорнийской грядке? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Жить можно, отвечает клубничка. Да, друзья, мы тоже в их возрасте выезжали на сельхозработы. Но поскольку было это в Москве, Подмосковье, что-то нас на клубнику никогда не посылали. Посылали нас на картошку. Осенью, под дождями. Вот. И не было это волонтерством ни хрена. Рабским трудом было. Вот тебе и Google, вот тебе и Facebook. Страна с такими грядками, друзья, непобедима. Посмотрите, друзья, у нас со Светой спор вышел. Эти двое, это гуси или утки? Одна гусь, наверное, одна утка. Света, ты как-то либерально очень подходишь к вопросу. Они даже клюв либеральные. Ты думаешь? Они их тут на яйца, я извиняюсь, разводят. А те несут яйца, они их кушают сами. Никому не продают. Яйца выменивают на другую сельхозпродукцию, на других фермах. Как они бывают, смотри. Да. Вот это, друзья, вы видите наш урожай со Светланой. Тут две корзиночки клубнички и вот этот капустка летюс свеженькая, прямо ножиком. Покажи, Светка, корешок ее. Вот только что прям для нас ножичком срезали за 50 центов нам. Летюс, ну, в принципе, нам за $5 вот все это удовольствие. То есть нам летюс бесплатно фактически отдали, потому что две корзинки клубники так и стоят 5. В общем, так, просто под разговор интеллигентный. Я ему рассказал, как мы на сельхозработы ездили в студенческие годы. Мне рассказали, как про коммунистические студенты американские, которые, ну вот когда он учился, дедушка, значит, любили Кубу и ездили тайком, потому что ездить официально было нельзя, ездили на Кубу, им там давали мачете, и они рубили сахарный тростник, помогая кубинскому коммунистическому государству. Да, но не спасло ничто. Уходим, Света. Да.